Центре художественной гимнастики 5 апреля состоялось выездное заседание Комитета Заксобрания по образованию, науке, культуре и молодежной политике. Подготовка спортсменов высокого класса по отдельным видам спорта стала центральной темой для обсуждения. Прежде чем перейти к работе по основной повестке дня, депутаты, представители регионального министерства спорта, департамента образования Омска, СИБГУФКа, областной общественной палаты и центров спортивной подготовки познакомились с инфраструктурой Дворца художественной гимнастики, посмотрели, как идет тренировочный процесс, в каких условиях проживают иногородние спортсменки, как функционирует медицинский блок. Завершилась экскурсия показательными выступлениями ведущих гимнасток Центра олимпийской подготовки. Такой центр, он, конечно, уникальный в России, я думаю, что и в мире, но по талантам это, наверное, ведущий в мире центр, поэтому только восхищение. У нас это плановая работа, мы провели депутатские слушания, круглый стол по поводу развития спорта на разных уровнях, дворовый, массовый и так далее. И планомерно сейчас смотрим, как выполняются наши рекомендации, что делает министерство и так далее. Но вот это один из этапов, который рассматривает вот этот вопрос. Я уверен, что это будет очень полезно, потому что депутаты видят, что делается, как делается, какие видятся проблемы и как можно в этом направлении помочь, начиная от бюджета и включая организационные вопросы с тем, чтобы у таких центров была полноценная, насыщенная и успешная жизнь. На пленарной части выездного заседания с докладом по главному вопросу повестки дня выступил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. Он подробно рассказал о деятельности министерства по подготовке спортсменов высокого класса. Обсудить именно вот с депутатами для того, чтобы они понимали, когда принимаются законы, особенно финансового характера, для чего и куда идут эти финансовые средства. В нашей спортивной области. Я уверен, что всем представителям нашего комитета, во-первых, понравился наш центр, понравилось те показательные выступления, которые были представлены им. Уверен, что дальнейшее общение вместе с Верой Ефремовной Штельбаум, с другими тренерами нашего центра, даст тот позитивный и положительный эффект, который мы ожидаем от этого выездного совещания. В ходе обсуждения темы подготовки спортсменов высокого класса были затронуты финансовые и организационные вопросы. В целом участники заседания отметили результативную и последовательную работу регионального Минспорта.